Так, ребятки, всем привет, мы на канале Батя в деле, меня зовут Руслан. Собственно, о чем история? Я доклеил новую QR-код, новую ссылку на машину, то есть новый тест, как бы, будут ли люди переходить по этой ссылке, рабочая ли эта история вообще, и в целом, где и как я клеил все это. Так, вот так это выглядит, собственно, аккуратно, логотип YouTube, название канала и рабочий QR-код для перехода на канал. Собственно, очень похоже с тем, что было в машине здесь, на задних подушках. То есть изначально однажды я приехал в БМ-сервис, переклеил там небольшие косяки по машине и подумал, что было бы неплохо сделать какую-то ссылку на канале, и тогда ввели новые требования, чтобы делали QR-коды на подушках перевозчика. Я решил обыграть эту всю историю и сделать ссылку на канал. Очень много людей начали спрашивать, когда садится машина, типа, а что это за QR-код, а что это за ссылка, типа, что это там такое, канал или что, и из этого завязывались разговоры. Сейчас, может быть, пару недель назад я поклеил, получается, вот эту историю на бампер. И как это сработало в целом? То есть, сейчас зачитаю несколько комментариев. Видите скрины этих комментариев. Так, значит, пока ехала с Люберец Балашиха, увидела такси сзади надписью «Батя в деле» и иконка Ютуба. Стало интересно и нашла этот канал. Подписалась, чтобы поддержать. Далее. Увидел в Салтыковке и на эстакаде решил поглядеть. Еще. Привет тебе, только что видел в Мытищах. Собственно, всем вот таким людям я большой респект отпускаю, что они активные, они переходят, еще пишут комментарии, смотрят ролики. Кто-то меня догонял на дороге, типа мне махал, там кто-то мне показывал, что зашел на канал. Там вот всем этим людям большое спасибо. Вот, собственно, клеился в БМ-сервисе, я сам с Балашихи, БМ-сервис переехал недавно ко мне поближе, ниже будет адрес, куда он переехал. Давайте посмотрим парочку кадров с переклейки. Homie day and night, got the party jumping, about to break the ice, stay up on my grind, that's my way of life, I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. А по переклейке у меня было несколько косяков, отклеилось, получается, бренд надписи, да, и я решил поменять шашку, поставить маленькую, аккуратную, красивую, нежели та, которая у меня была. А была у меня вот такая вот огромная убийца, которая уже на самом деле после зимы повредилась, да, такая рабочая. Можно сказать, что BM-сервис, что бы я там ни придумал у них, они всегда реализовывали все эти истории, то есть там у них большой компьютер, дизайнеры, своя печать, они садятся, все это прикидывают, аккуратно очень подходят к этому вопросу, всегда все размеряют и офигенно это делают, как по мне. Далее что? Ну, собственно, ссылка рабочая, это все, могу точно сказать, люди переходят, видно, что больше используют какие-то ссылки для попадания на канал, то есть какая-то статистика начинает дополнительно расти. Но относительно недавно началась вот эта вот спецоперация, не буду ее называть правильным именем, чтобы не заблокировали это видео и канал. Но, собственно, все идет к тому, что начинает притормаживать YouTube. Я вижу, что происходят небольшие ограничения, где-то не прогружаются картинки. То есть какие-то попытки ограничить его присутствуют, но его могут назвать и экстремистской организацией. И как вы думаете, напишите в комментариях, что мне будет, если я ставлю вот эти вот всякие ссылки на канал и рекламу экстремистской организации, что все же ее когда-нибудь под такой список приведут и примут. Вот. Пишите ниже в комментариях, обсудим. Всем спасибо за просмотр, всем пока, давайте, удачи!